Наша жизнь чем-то похожа на шахматную партию. Вот только в игре мы можем выбрать противника, а в жизни нет. Он сам выбирает нас. Игра неизбежна, и каким будет ее исход, решать только нам. Мой противник – это зависимость. Она сделала ход первой, ведь у нее свои правила. Эта партия началась 10 лет назад, когда беда пришла в мою семью, и стали рушиться жизни близких мне людей. На стороне моего противника была природа и ее сила. На нашей – никого, как казалось мне в тот момент. Медицина была бессильна, врачи разводили руками, а игра близилась к печальному финалу. Я зашел в тупик. Я терял веру, я практически сдался. Но в один момент я собрал все силы, я понял, что не могу отступить. И сделал все для того, чтобы дать отпор. Я победил в той борьбе. Мы победили. Эти трудности изменили меня. Я стал сильнее и нашел свое призвание. Я прошел этот страшный путь и теперь не могу стоять в стороне, когда зависимость разрушает жизни других людей. Каждый день я сражаюсь за вас и ваших близких. Мой противник силен, у него нет принципов и милосердия. Его не устраивает ничья, но и меня тоже. Я уверен, что удача будет на нашей стороне. Нужно лишь сделать правильный ход. Ставки слишком высоки, чтобы опускать руки. Я знаю, что меня ждет еще много сражений, но я готов. Я готов побеждать.